12 участников ансамбль, 13 уже хор. В «Вивате» 26 человек вместе с выпускниками, которые несколько лет назад закончили школу, но петь не перестали. В нашей музыкальной школе у всех есть основной предмет и хор. То есть, ну, когда я учился, отправляли на хор вообще всех. И то есть меня как бы отдавали в музыкальную школу на гитару, ну, специальность гитары, и при этом отдали на хор. И гитара это мне не очень нравилась на самом деле, а вот на хор вот все еще хожу и... Не могу остановиться. Голосом мы можем все изобразить, и то, что мы чувствуем, то, что мы хотим показать. Красота голоса – это вообще очень интересный фактор. И если говорят, то, что петь – это не мужское, то они ошибаются. Именно этим составом хор из Ижевска выиграл сложнейший международный конкурс «Ипполитовская хоровая весна» в Москве. Заявки на участие со всей страны. В финале 18 лучших коллективов. И только нашим зрители кричали «Браво!», самые чувствительные плакали, а члены жюри отметили, ребята идеально слышат и поддерживают друг друга. Маленькие их просто обожают, вот эти вот приходят. Каждый год у меня новый приход, 4-5 мальчиков. Ну, иногда 3 бывает, как получается, из младшего хора. И вот первый месяц я вижу одни спинки. Они приходят на репетицию и любуются во все глаза, смотрят на старших. Конечно, копируют, даже в одежде, в манере поведения. Вот это тоже очень важно вот в воспитательных целях иметь вот таких вот хороших юношей, из которых можно взять пример. У хора новые планы. Конкурсы «Родная гавань» в Севастополе в октябре. Главное условие – 3 произведения должны быть исполнены акапелла, вокал без музыкального сопровождения. А это уже высший пилотаж и новые для нашего хора высоты. Елена Реверчук, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия».